По поручению главы государства градообразующее предприятие Карагандинского региона построит в Темиртау поликлинику, детский сад и физкультурно-оздоровительный центр, а также модернизирует ТЭЦ-2, который отапливает город металлургов. Аким области и генеральный директор промышленной компании заключили соответствующий меморандум. По каждому социальному объекту, который появится в Темиртау, уже разработан проект. Все здания будут отвечать современным стандартам. Поликлинику, детский сад и физкультурно-оздоровительный центр градообразующее предприятие построит за свой счет и оснастит новейшим оборудованием. Глава государства поручил построить новую поликлинику. Она рассчитана на 20 тысяч человек и, самое главное, закроет потребность, нехватку поликлиник в городе Темиртау. Детский сад на 320 мест. Позволит Темиртау первым в области перейти на полноценное раннее дошкольное образование, о чем говорил в своем послании глава нашего государства. В ближайшее время темиртауцы еще раз почувствуют заботу и теплоту, с которой глава государства относится к этому городу и жителям. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест построят Темиртау в микрорайоне, где проживают 30 тысяч человек. Все озвученные объекты мы постараемся построить в обозначенный срок. Строительство будет исчисляться не годами, а месяцами. По окончанию презентуем эти проекты господину президенту, как готовые объекты. Во время визита в регион особое внимание президент уделил работе Темиртауской ТЭЦ-2, в строительстве которой сам принимал участие. Теплоснабжение города последние годы вызывало нарекания жителей. Глава государства потребовал модернизировать станцию и построить 7-й котел. Его начнут возводить в следующем году. На преобразование ТЭЦ-2 компания выделила 25 миллиардов тенге. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асета Саинов, Карагандинская область, Хабар 24.